течение 2014 года водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности на территории Тверской области. В отношении водителя в управление Федеральной миграционной службы по Тверской области направлена информация для внесения его в списки лиц, которые совершили два и более административных правонарушения, для включения в списки лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. По нашей информации, в данные списки водитель не включен, материал находится на рассмотрении. В случае, если он будет включен или был бы включен в данные списки, у него аннулируется разрешение на работу. В отношении более 160 человек в 2014 году по рекомендации госавтоинспекции вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации. Да, конечно, большая часть составляет именно водители тех транспортных средств, которые осуществляют перевозки пассажиров, и которые совершали неоднократные, как правило, от 10 и более различных правонарушений.